тебя весь вечер жду. Что тебе надо? Изменился ты, Петр, ох, изменился. Как из армии пришел, глаз не кажешь. Ну, обними меня, ведь я все та же, прежняя твоя Марийка. Прежнего нет и не будет. Скажи, что с тобой? Кто у тебя на сердце? Уж не Нонка ли? Пусти, не держи меня. Прощай. Петя, вернись! Ушел. Ох, беда. Околдовала его Нонка. Нонка? Про Нонку вы у меня спросите. Дед Ламби всех в Добрудже знает, а уж Нонку и подавно. Ведь это она первая пришла ко мне тогда на свиноферму. Ферма-то была название одно. 5 тощих маток да кособокой боров. Но вот, замечаю, все чаще стала появляться Нонка. У забора постоит, на поросяток полюбуется. А в один прекрасный день... Здравствуй, дедушка Ламби. Ну как, слушаются тебя поросята? А чего им не слушаться? Задам им корму, они, можно сказать, нажрутся и рады. Вот, правда, грязи много, но ведь свинья, она без грязи не может. А возьмешь меня в помощницы, дедушка? Ручки перепачкаешь, женихи любить не будут. Я серьезно, дедушка. Больно по душе мне эта работа. Да охота тебе, девка, со свиньями возиться. Это работенка для такого старого пня, как я. Покормить да напоить, только и делов. В самый раз для старика занятия. Нет, дедушка, не прав ты. Знаешь, о чем я мечтаю? Ну? Наш кооператив должен построить такую ферму, какой ни у кого нет. Эта девка еще вилами на воде писана. А свиньям и здесь неплохо. Нет, плохо. Нет, неплохо. Плохо, дедушка. Мне вчера Домян, животновод, книжку дал. Так там написано... А мои книжки, девушка, это руки мои старые. 7-й десяток мне служат. Если б я всю жизнь книжки читал, то в попы пошел бы, а не свинопасы. Ишь ты, какая языкастая выискалась. Еще молоко, понимаешь... На губах не обсохло, а туда же критиковать. Дедушка. Духу твоего, чтобы здесь не было, слышишь? А не то... Ну, хочешь не хочешь, дедушка Ламби, оправление меня сюда назначило. С завтрашнего дня приступаю. Да? Не веришь, спроси у председателя. На мое место, значит. Да почему на твое? Тебе в помощницы. До правления дедушка решила вырастить в будущем году 12 свиноматок. Одному тебе не справиться. Будем работать вместе. Дело прошлое. Боялся я тогда, как бы вовсе не оттеснила меня от работы проклятая девчонка. А на поверку все иначе обернулось. Горячо взялась Нонка за дело, и что же вы думаете? Добилась-таки в правлении, чтобы новую ферму построили. Тут, надо сказать, здорово ей Домян помог, бригадир животноводов. Парень, он ничего хороший, только не повезло ему в жизни. Жена умерла, на руках ребенок остался мальчик. Ну, что будешь делать? Да. Ну, как ферму построили, Нонка первым делом вымыла все помещение. А Домян побелил стены и перегородки. А когда все было закончено, собрался на село. Уходишь, Домян? Пора за другие дела приниматься. Большое тебе спасибо, Домян. Ты нам очень помог. Ну, а мне что выполнять прикажешь? Отдыхай, дедушка. Я всегда бывал удивился, как это ты один управляешься. Да, это, конечно, нелегкое дело свинофермой заведовать. Ну, как говорится, лиха беда начала. Дедушка Ламби. Эй. Примерь-ка вот это. А чё это? Что это за штука? Халат. Мне халат? Да ты спятила, девка. Да меня ж люди засмеют. А ты не обращай внимания. Я себе сшила. Вот ты и носи. Хороший животновод всегда должен быть в белом чистом халате. Да? Да, так полагается. Разве?
Ферма-то ведь у нас образцовая. Не то сказать, в белом халате, конечно, это покрасивее будет. Давай его сюда, давай. Мы ведь тут дело делаем, а не баклуши бьем. Вот оно как. Вот теперь ты, дедушка, вроде профессора в халате-то. Нет, ты лучше на Нонку погляди. Ох, хороша она в белом-то, а? Ничего. Ничего, ничего. Эх, скинуть бы мне годочков 40. И вправду хороша наша Нонка. Да чего ж хороша? Глаза черные, лицо смуглое, ресницы длинные, длинные, фигура стройная, ну прямо королевна. И гляжу я частенько на нее, такую красивую, да работящую, умную, да заботливую, и гадаю, кто из деревенских парней ей по сердцу? Думали, забыла ты нас со своей фермой? Конечно, забыла. Да у нее там дедушка Ламби. Да чего ты хороша сегодня. Еще чего выдумала? Пошли танцевать, девушки. Приглашаю. Подождите, подождите. Привет. От кого это? От Петра Пентезова. Заглядывается он на тебя. Вот еще. Очень мне нужно. Встретил меня вчера на улице и так и сяк мялся, заикался, под конец все-таки выложил. Передай, говорит, привет Ноне, что это ее так редко видно. Дела у нее, говорю. А что, спрашивает, на вечеринку она придет? Может, и придет, отвечает. Ты чего, Нонка? Не нравится он тебе, что ли? Да ведь лучше его во всем селе парня нет. Статный, красивый, работает хорошо. Про его бригаду даже в газетах статья была. Читала? Ничего я не читала. Ну, правда, гордый уж больно. Самолюбивый, горячий. Чуть что не по нем. А щетится ведь, желваки под кожей перекатываются, как глянет из-под бровей, мамочки мои. Так и сверлит глазами, так и сверлит. Ой, а брови-то соколиные, а глаза-то как уголь черный. Вот он. Пришел. Сюда идет к тебе. Гляди-ка, как парней расталкивает. И костюм новый. Здравствуй, Нона. Здравствуй. Ты чего не показываешься? Отбилась от всех. А ну, подвинься. Чего руки-то такие холодные? Не знаю. А ты разве не танцуешь? Танцую, но... Ну, тогда пойдем. Какая я жалкая. Отчего я трепещу, словно лист перед этим парнем? Я даже не знаю, какой он. Что он за человек? Как он спокоен. Будто уже 100 раз говорил со мной. Будто я уже в его руках.
чем ты думаешь, Нона? Так, ни о чем. Мне домой пора. Домой? Ну что ж, идем, провожу. Вот и дом наш. Когда мы теперь увидимся? Не знаю. При случае. Спокойной ночи. Погоди, Нонка. Спасибо, что проводил. Стал я примечать, крутится Петр возле нашей фермы. Ходит вокруг да около, а виду не подает. Самолюбивый парень, гордый. Но все-таки не вытерпел, наконец. День добрый, дедушка Ламби. Здравствуй, здравствуй. Вот зашел спросить. Странные вы люди, ей-бог. Никак не научитесь ходить на свиноферму. Ну, не видишь разве, что снаружи корыца стоит с этой самой, как ее, с дезинфекцией. Не ворон поить мы его поставили. Окуните сапоги в дезинфекцию, постучите в дверь и подождите, пока вам откроют. А вы, знай, прете напролом. Ну, полно, полно, будет кричать-то. Ничего страшного не случилось. Да как же не кричать-то, милый человек? Добро бы ты один был такой. А, черт. Куда ты? Стой, парень, эй! Нонка! Здравствуй. Что ж ты? Откуда идешь? На селе была. Агроном по телефону звонила. Ну, ладно, иди. Погоди, погоди минутку. Что тебе? Пойди ко мне. Петя. Нет, пусти. Пусти. Нонка! Лезет в дверь окаянный парень. Знаем мы вас, разбойников. Дедушка! Ты что, Нона? Так просто, дедушка. А, как это так просто? Ты погляди на себя. Выпей маленько водицы, чтобы сердце отошло. Нонка, слышь? Слышу, дедушка. Смотрю я, с некоторого времени ты, можно сказать, с Петром-то Пентезовым, вроде любовь у вас. Знаю я ее, треклятую любовь-то. Скольким девкам на своем веку дед Ламби голову морочил. Чего ты смеешься? Я тебе, Нона, вот что скажу. Не по душе мне Петр. Так-то он видный, красивый, хаять нечего. Первый парень, вроде как, на селе. Да уж больно дерзкий. Да не дерзкий он, дедушка, а настойчивый, непреклонный. А работает как? Да про его бригаду даже в газете писали. Так ведь с человеком жить, а не с бригадиром. Ой, не знаю я, дедушка. Ничего не знаю. Да разве уснешь? Когда знаешь, он ждет тебя.
тоскует по тебе. Тебе одной отдал сердце. Зачем же я его мучу? Зачем мучаю себя? Зачем бегу от своего счастья? Ведь я люблю его. Ничего на свете не остается в тайне. Не остались в тайне и встречи Нонки с Петром. От соседей разве скроешься? Пошли по деревне толки да пересуды. Старая Пентезиха только губы поджимала да прислушивалась. Где был так поздно, сынок? На собрании. Какое собрание по ночам? Обыкновенное. Ох. Ты чего вздыхаешь, мать? Не захворала ли? Хоть бы и умерла, никто обо мне не заплачет. Никому я теперь не нужна. О, что ты говоришь, мать? Как это ты никому не нужна? А вот так. Выходила, вырастила. Теперь я тебе только помеха. Женишься завтра, так о матери и не подумаешь. Все о жене. Мать нужна до поры, до времени. Ну, я тогда вовсе не женюсь. Никогда не женюсь. Ты уж женился. Хорошую жену выбрал, что и говорить. То есть, как это женился? Ты где сегодня был? А вчера? Думаешь, не знаю? У этой свинарки? Ну и что с того? Больше ты к ней ходить не будешь. Не твое это дело. Ты что ли мне жену станешь выбирать? Зачем? Зачем я буду тебе жену выбирать, сынок? Я... никогда в твои дела не вмешивалась и теперь не собираюсь. Будь моя воля, я бы Марийку взяла. Домовница, всегда чистенькая, нарядная, как картинка. Сама себя обшивает, все девушки у нее фасоны перенимают. Ну, там как хочешь. Мне... всех больнее будет, если ты ошибешься. Ведь я тебе мать. А Нонка эта из другого теста она слеплена. Вот что. Да разве будет она о доме думать, о семье? Ей только бы на собрании пошуметь, по чужим делам похлопотать. Не хочу я этого слышать! Не хочу! Уж не скажу точно, по какой причине, но только прошла неделя, вторая, месяц, за ним другой. А о свадьбе ни слуху, ни духу. Петру что? Добился своего парень? А вот чтоб в чужое сердце поглубже заглянуть, на это его не хватает. И не сказать, чтобы из подлости, нет. Просто так привык рассуждать. Я доволен, значит, все довольны. А Нонка, вижу, нелегко девке, побледнела. Глаза еще больше стали, а молчит. Гордая. Дядя Колю, отец Нонки, как стало ему известно, что дочка с Петром тайком встречается, с горя рванул на себе ворот рубахи, заплакал старый. Думал дядя Колю и решил потолковать с отцом Петра. Уж не знаю, что между ними было сказано, но только вернулся в тот день старый Пинтес домой туча-тучей. Пора женить сына.
Ты там позаботься, приготовь все, что нужно. В будущее воскресенье свадьбу справим. Когда ты успел сноху выбрать? А не я выбирал. Это сын выбрал. Кого? Интересно б знать. Нонку. Нашел себе сноху и радуешься. Так а что ж мне не радоваться? Сын-то у меня один. Эй, Петр, поди сюда. Звали? Ты что ж девушку позоришь? Она тебе сердце отдала, а ты ее мучаешь? Я этого в моем доме не потерплю. Да мы-то с Нонкой поладили, отец. Матери она не по нраву. Так а ты свое сердце слушай. Что сердце подскажет, то и делай. А на мать не обижайся. Она мать боится, как бы ты не ошибся. Новый костюм у тебя есть для свадьбы? Есть. Надень, я посмотрю. Чего мне наряжаться-то? Оденься, раз отец велит. Совсем рехнулся, старый черт. Человек один раз в жизни женится, сынок. И одежда у него должна быть красива, и душа чиста. Кто не любит свадьбу? У нас в селе стоит людям заслышать про свадьбу, летят, как мухи на мед. Работать работают до седьмого пота, а веселятся пыль столбом, дым коромыслом. Сношенька, чтоб ты как роза цвела в моем доме. Спасибо, отец, спасибо. Прими от меня теленочка в подарок. На счастье! Руку, целую руку у свекра. За здоровье и за счастье ваше, за влюбленных мы поднимем чаши лучшего вина. Пусть искрится жизнь светлее краше, радости полна. Пусть цветет отныне в доме вашем вечная весна. За здоровье и за счастье ваше, за влюбленных мы поднимем чаши лучшего вина. Лица наших девушек, что маки обназначены, огненною пляскою люнаки все увлечены. Товарищи, одним словом, значит, правление кооператива поручило мне преподнести молодоженам вот этот чайный сервиз. Yeah, put
Дамян, ты чего тут-то один? Нос повесил. Эх, чудак. На душе темно, дедушка Ламби. Женовску. Да брось, парень, гляди, все село у Петра на свадьбе гуляет. Пойдем-ка туда. Нунка обрадуется. Нет, дедушка. Пойдем! Не пойду я. Ну, вольному воля. Эх, хорошо венцо в наших краях. Мертвого на ноги поставит. Как солнце ранним утром озаряет поля нашей Добруджи, так Нонка осветила старый дом Пинтезовых. Все-то у нее ладилось, все спорилось. Даже сама Пинтезиха не могла ни к чему придраться. А уж она, будьте покойны, глаз со снохи не спускала, как печь растопит. Как тесто замесит, как на стол соберет. Я и без тебя дойду. Господи, да чего же я счастлива. Все так славно здесь. И комната, и дорожка на полу, и окно. И это потому, что он живет в этой комнате, ступает по этой дорожке, глядит в это окно. Люблю его, люблю. И родителей его тоже люблю. Свекровь. Она правда какая-то хмурая, словно на что-то обижена. Неприветливая, подозрительная, а зато аккуратная, опрятная, строгая. Да свекровь должна быть строгой. Да раз я ее люблю, она меня тоже полюбит. Посвящила помощь одна и сказала: девушка, чудак, я хотела, милый мой, проверить лишь, правда ли... Правда ли ты смел, как говорит? Петя пришел. Со всех ног домой бежал. Ведь каждый час, каждую минуту только о тебе и думай. Хорошо я комнату убрала. Красиво. Красиво. Вот здесь у окна мы колыбельку поставим. Петя, я хочу дочку. Ну, а я сына. Нет, девочка лучше. Ну, тогда пусть будут двое, и мальчик, и девочка. Хорошо. Мальчик будет похож на меня, а девочка на тебя. Лучше уж пусть оба на меня будут похожи. Это почему же? А потому что если они в тебя пойдут, оба, пожалуй, выйдут свиноводами. Ты смеяться надо мной? Вот тебе вот. А тебе вот. Вот. Нонка, Нонка, о ферме небось и думать забыла. Милуется целые дни со своим красавчиком, а дед Ламби тут с ног сбился. Спасибо Дамяну. Приходит, помогает, а то прямо хоть караул кричи. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ты когда домой вернешься? Часам к семи, а может, чуточку опоздаю. Мало тебе дня, ты уже и вечером. Да ничего не поделаешь, Петя. Я за отпуск дела запустила, дед Ламби там один. Подумаешь,
велика важность. Не говори так, прошу тебя. Ты всегда о моей работе говоришь с насмешкой. Ну, ладно, иди, а то опоздаешь. Поросят, небось, уже плачут. Так оно и пошло. Нонка с утра пораньше вскочит, по дому кое-что поделает и на ферму. А ферма, чтоб вы знали, находится теперь в самом красивом уголке земель нашего кооператива, в Брестоке. От села до нее 2 км. Дорогу вам пересечет речушка-безымянка. Не бог весть, какая речка, а для нас благодать. Летом идешь, трава по пояс. На полянке 2 вяза стоят, будто сторожат что-то. На них аисты каждый год гнездятся. А речушка журчит себе, старается. Ах, хороши места здесь. Век гляди, не наглядишься. Там, где речка пошире, перекинут деревянный мосток. Подпорок у него, что ножек у сороконожки. Но особенно на них не надейтесь, можно и в воду полететь. Если с вами ничего такого не случится, считайте, что вы в Брестоке. Сюда-то и бегала Нонка каждый день, и с каждым днем все темней. Да хуже становилось у них дома. Ты бы сходил на ферму, сынок, привел жену домой. Боится, верно, сама в такую темень идти? Никуда я не пойду. Пускай там ночует. Кто ее просил торчать допоздна? Видно, не судьба мне помощницу в доме иметь. Сноха у нас работящая, ничего не скажешь. Да жаль, на чужих работает. Да ну почему на чужих? Наша ферма кооперативная. Это верно. Но разве нельзя в другом месте те же трудодни выработать? Хоть бы в твоей бригаде. Плохо ли? Вместе вы работали, вместе домой возвращались. А сейчас что? Ты здесь, она там. Прекращу я это. Хватит с меня. Такую жену на глазах надо держать. Она как спелое яблочко. Кто не пройдет, всю округу протянет. Пришла. Явилась. Ее и собака-то за свою не признает. Брешет. Пойти отворить. Заждался, Петечка? Не могла позднее прийти. Ночь на дворе. Петечка, не сердись. У нас радость. Фиалка принесла 12 поросят. А ну-ка, иди в комнаты. Ты знаешь, как игрушечные. С завтрашнего дня ты на ферме работать не будешь. Хватит. Петя, давай поговорим серьезно. Подумай хорошенько. Думал уже. Да пойми, Петр. Мне хорошо на ферме. Очень хорошо. Почему я к ней привязана, не расскажешь. Для других эта ферма, может, ничего и не значит. А для меня значит очень много. Когда я туда пришла, это был грязный сарай. А теперь там чисто, светло, красиво. Люди в белых халатах работают. Да приведи меня туда с завязанными глазами, и я найду, где что лежит. Потому что сама своими руками расставила все по местам. Во все вложила кусочек сердца. Да как же я могу там не работать? А потом, Петя, так до сих пор еще никто не говорил со мной. А я говорю, потому что ты мне жена. Раз ты моя жена, значит, должна быть со мной вместе и дома, и в поле. Разве я не с тобой, Петя? Я заставлю тебя бросить ферму. Заставишь?
Насильно? Нет, зачем насильно? Ты сама заявишь о своем желании уйти. А если в правлении спросят, почему? Скажешь, хочу после замужества быть в семье. Пойдешь и скажешь. Никогда! Никогда этого не будет! Смотри, Нонка, это добром не кончится. Не брошу я работы по твоей прихоти. И деда Ламби одного не оставлю. Ну, там кроме деда и помоложе найдутся. Да как ты можешь так говорить? Как ты можешь? Что, проголодались? А, проголодались. Ой, пропадете вы без деда Ламби. Доброе утро, дедушка. Все в порядке? Так точно. Поросята выспались без происшествий и ждут завтрака. Ну, 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 ты там, ух ты, маленькая песня. Погоди, что это? Что это с тобой? Глаза будто заплаканные. Да что это взял, Дед? Может, с мужем поругалась? Мы с ним никогда не ругаемся. Ну, молчу, молчу. Я ведь с детства молчаливый. Все соседские ребятишки давно лопочут, а я молчу. 2 года стукнуло, не гугу. Еще 2 года прошло, я ни словечко. Дыл, да и вырос, а все молчу. Но вот взял меня как-то отец на ярмарку. Там увидел я пряники расписные, повернулся к отцу, рот открыл. Папаня, купи мне пряник. Так у него, веришь, от радости даже шапка с головы свалилась. Потом уж мать спрашивает, а сама слезами заливается. Что ты, дитятка, столько лет молчал, ведь мы и сохли с горя. А я отвечаю, неохота было разговаривать. Кто тут за веселье? Здравствуй, Домян. А я соломы свежей принес для новорожденных. Поздравляю, Нона. Спасибо. Видишь, все до одного живы-здоровы. Не толкайтесь вы, не толкайтесь, всем достанется. Вишь, будто звери лютые. Попадись, им на куски разорву. Смотри, смотри, какой забияка. А это смотри, маленький. Здравствуй, Петя. Здравствуй, Марийка. Как поживаешь? Давно я тебя не видела. Измучилась я, Петя, любимый ты мой. Не сердись на меня, не гони. Только посмотрю на тебя и уйду. Не надо этого, Марийка. Что ж ты молчишь, не спросишь, как я живу? Каменный ты. Нет больше веселой твоей Марийки. Высохло мое сердце, как скошенная трава. Ох, куда ты идешь? Да так, пройтись вздумал. Не лги. Знаю, куда идешь. На ферму, к жене. Часа не можешь без нее прожить. А ей ферма дороже мужа. Ты смотри, какой забияк. А этот-то смотри. Он их маленький, маленький. Где Нонка? А, посмотрите, кто к нам пожаловал. Наконец-то, милости просим. Какой ветер тебя занес? У меня все-таки жена здесь. А, Домян? Здравствуй, Петр. Нонка, дочка, гляди, кто пришел. Ты что так побледнела? Что с тобой? Нонка, забирай вещи и пойдем. Так вот зачем ты явился?
С фермы ее забирать? Иди-ка отсюда. Ишь, какой хозяин выискался. Сию же минуту уходи, не расстраивай ты ее понапрасну. Мне Нонка вроде родной стала. Я волосу с ее головы упасть не дам. Ну, не суйся, дед, не в свое дело. Ты на меня не рычи. Вот пойду, пожалуюсь, в правление. В партию, пожалуюсь. Будешь знать. Ну, иди, куда хочешь, и будет брехать. Не дело ты задумал, Петр. Это моя забота. Не только твоя. Я сюда за женой пришел, а не за твоими советами. Сейчас Нонка здесь особенно нужна. Мы не можем освободить ее от работы. А там посмотрим. Ты своей женой можешь командовать, а моей я сам распоряжусь. Понятно? Слушай, парень! Петя, Домян, да что вы в самом деле? Будет вам? Собрала вещи? Собрала. Пойдем. Больше ты сюда не вернешься. Усталый. Ну ты что это? А? Никак плачешь. Что с ней, старуха? О чем я знаю? А ты, Петр, чего молчишь? Что с ней? Говори. Вот возьму кочергу. Отвечай, когда отец спрашивает. Ну, чё ты разошелся? У нас с ней свои дела. Какие такие дела? До слез женщину доводит. А вот такие. Я велел ей уйти с фермы. Она вон нюни распустила. Как это уйти? Она же работает. Работать везде можно. А ты помалкивай, тебя не спрашивают. Оторвать человека от любимого дела, что сердце у него вырвать. Да Нонка зачахнет без фермы, как цветок без воды. Подумаешь, большое дело, ферма. Она из ничего какую красоту сделала, а ты ее с утра до вечера поедом ешь. Уж и словечко не скажи. Да ты разве не видишь? Чужая она, как белая ворона в нашей семье. Молчать! Сама ты ворона! Бей, бей, старый черт, чтобы тебя руки отсохли. Отец! Ну, прости меня, доченька. Сам знаю, что нехорошо на старости лет на человека руку поднимать. Ну, ладно, доченька, не плачь. Не плачь, доченька. Сегодня вечерок. Отдохни, а завтра пойдешь на ферму. Никуда она не пойдет. Это ты с отцом так разговаривать? Я сказал, что с завтрашнего дня... Да мало ли, что ты сказал. А я говорю, дома будет сидеть. Вот и весь разговор. Куда зашло дело? Добился-таки Петр своего. Теперь они с Нонкой работали в одной бригаде. Петр упивался красотой жены, ни на шаг не отходил от Нонки. Не пускал одну даже на собрание, не позволял на улице задерживаться. А работать он стал еще злее, еще напористей. Правду сказать, он и всегда был горяч в деле. А теперь стал еще беспокойнее и придирчивый. Чуть свет уж идет от дома к дому, созывая свою бригаду. Горела в сердце у парня любовь к земле. А тут как раз пахота подошла.
Однажды утром Петр вышел пораньше и залюбовался восходом. С каждым мгновением горизонт все более светлел. Кусты, деревья, пашни, подернутые прозрачной фиолетовой дымкой, постепенно обретали свои подлинные краски. Солнце подымалось все выше, разбрасывая по земле золотые стрелы лучей. Могучая стихия дня начинала свою работу. Оставляя за собой синеватое облачко дыма, быстро бегал по полю трактор. Петр шел большими шагами, оглядывая поля, и ему казалось, что земля раскрывает свои объятия не солнцу, а ему, Петру, хозяину этих просторов. Он ощущал в душе какое-то странное опьянение. Эх, земля, земля! Ты как пашешь? Велено на 24 сантиметра, а ты... Чего? Тут 18, и то нет. Либо перепахивай все заново, либо убирайся ко всем чертям. Разве это пахота? Да что же это по-твоему-то? Ничего. Поскреб землю точно кошка лапой. А, я, друг, не с тобой договор заключал, а с кооперативом, понятно? У меня есть план, и обязан я его выполнять, ясно? А земля? О земле ты думаешь? А ну, это уж мое дело. Ах ты, подлец! Ты чего дерешься? Ты чего дерешься? Я на тебя в суд подам! Посмотрим, посмотрим, кто на кого подаст. Негодяй, землю нашу поганишь. А ну, марш к машине! Марш! Чтобы все сначала! Ну вот, ударил его. Не могу без палки. И что за люди? Да, работаем вместе, а согласия нет. Как можно ударить человека? Но ошибся он, проверит. Виноват, накажут. А ты будто жандарм. Ну, хватит. Не учи меня. Можно подумать, что ты у нас без изъяна. Знаю, о чем говоришь. Только разве я виновата? Ну, знаешь, так и молчи. Вон, забирай на стол. Я пойду умоюсь. Пришел Петя? Пришел. Моется. А я с утра делом занимаюсь. Вы, молодые, не догадаетесь приготовить, что нужно. Вот, детские чулочки связала. Чего краснеешь? 2 года, как поженились. Пора и о детях подумать. Так у людей делается. Ты уж скажи Петру. Зачем вы это говорите? И Петр тоже укоряет с изъяном ты. Зачем? Молчу, молчу, не хочешь, не рожай. Хоть век в девках сиди. Да я о ребеночке больше вашего мечтаю.
По ночам он мне снится. Ну, чем я виновата, что детей у нас нет? Вот тена. А кто же виноват? Уж не Петр ли? У людей-то снохи по двое ребят народили, а тебе бы только о чужих, о свиньях думать. Тьфу! Видеть тебя не могу. Ты что? Да что случилось-то? Ну, говори. Твоя мать обидела меня. Чем? Петя, позволь мне вернуться на ферму. Не отнимай у меня радость последнюю. Свекровь ненавидит меня. Не могу я так жить, не могу. А ты поменьше обращай внимания. Да как же тут не обратишь? Сегодня детские чулочки связала. До каких пор, говорит, будешь в девках ходить, рожать пора? Я сама из-за этого мучаюсь. Я вижу. Вижу, и ты страдаешь, что детей у нас нет. Да что я могу поделать? Эх, доля бабья, да чего ж тяжко, холодно стало Нонке в доме, куда она принесла столько светлых девичьих надежд. Будто черная тень пролегла между нею и Петром. Что тут делать? Наш партийный секретарь, он мужик толковый, ничего не скажешь, позвал к себе Петра. Объясни толком, Петр, что у вас за нелады в семье? Кто тебе сказал? Это не важно. Нет, ты ответь. Ну, кто сказал, тот и сказал. На хвост соли ему не насыпешь. Да я и сам вижу. Нонка здорово переменилась. На собрание ее не увидишь. Записали в кружок, не ходит. Почему? По дому занята. Никто не имеет права вмешиваться в семейные дела. А ты не кричи, ишь горячий какой. То ему взбредет в голову жену с фермы сорвать, то тракторист изобьет. Ты спокойней. Никто в твои семейные дела пока не вмешивается. Пока? Да, именно пока. Я просто по-товарищески хочу потолковать с тобой. Понять хочу. Ведь ты и в армии исправно служил, и работаешь хорошо, за дело болеешь. Откуда же в твоем сердце эта гниль, эта зараза, вот даже слова не подберу. Как это можно, чтобы муж и свекровь заедали женщину за то, что она еще не родила ребенка? Как можно оторвать ее от любимого дела и запереть дома? Откуда у тебя такое отношение к женщине? Тебе бы по-старому челму на голове носить. А тебе и чалму надеть не на что. Ну, успокойся, вот наешь. На, вот. Ишь ты, какая злая. Ну вот, умница. Ну вот, хорошо. Вот. На, ешь. Злюка. Нонка. Ступай в дом. Ты что, Петя? Надумала на мужа, на свекровь жаловаться? Погоди у меня. Никому я не жаловалась. Значит, плохо тебе со мной? Тяжко в нашем доме? Что тут говорить, Петя? Мало ли об этом говорено. Все у нас есть. Живем, слава Богу. Чем ты недовольна? Чем? Да в этом доме я как рабыня. Руки у меня словно связаны. Душа скована. Твоя мать смотрит на меня из-под лобья. За каждым шагом моим следит, ненавидит меня. И в твоем сердце нет уже для меня места. Ты меня от фермы оторвал. А теперь
когда я тебя попрекал, что у нас детей нет? Ты не попрекал, но ты молчишь. Ведь знаешь, что мне тяжелее твоего, а ни словом не утешишь, как чужой. Что еще? А чего же еще? Только от свекры слышу ласковое слово, а вы с матерью враги мне. Так, ты думала, как мы поженимся, все пойдет по-твоему. Как скажешь, так и будет. Не на таких напала. Пришла в наш дом, изволь жить по-нашему. Не велел ходить на ферму, надулась, обиделась. Руки ей, видите ли, связали, душу сковали. Мать-старуха спросила, когда ты ей внука родишь, так ты ее возненавидела и пошла плакаться по селу, словно у тебя мужа нет. Никому я не плакалась. Будто. А к Ивану Гатьеву кто ходил жаловаться? Я не ходила. А если он и узнал, так секретарь партии для меня не чужой. Теперь по всему селу начнут болтать, что Пинтезовы сноху замучили. Я тебя научу, как мужа перед людьми позорить. Вот тебе! Успокойся, кровинка моя. Ну, тише, тише. Ну, не плачь, не плачь. Не горюй. Ну, идем, идем, доченька моя. Ладно, вернется. Никуда не денется. Хороша жена. Вот как она меня любит. Чуть повздорили и помчалась к своим. Чтоб все видели, все знали, что она от мужа сбежала. Где Нонка? Сбежала. Как сбежала? Куда? К родителям. Куда же еще? Ах ты, Господи, срам-то какой! Натворил дел. Как теперь будешь людям в глаза-то смотреть? Ждешь, чтоб тебе за руку жену привели. Не дождешься. Я не украл и не убил. Я могу ссориться с женой, разойтись с ней. Это мое дело. Осрамила. Осрамила нас. Опозорила. Чтоб вас черти побрали. Ну чего стоишь, как истукан? Беги скорей. Верни ее. Не пойду я. Ты слышал, что я сказал? Сама вернется. Фу. Убирайся с глаз долой, пока я тебе башку не проломил. Выжили. Выжили из дому милую сношеньку. А весна снова пришла на землю. Как бы ни страдали, ни мучились люди, а весна все-таки пришла. Давно уж зазеленели деревья, подул с юга теплый ветер, небо прояснилось, открылись дали. Их у нас в Добруджи глазом не окинешь. Нонка вышла за околицу. На нее повеяло теплым весенним ветерком,
и радостно, и горько стало на сердце. Все вокруг навевало сладкие и мучительные воспоминания о первой поре их любви. Вот тут, в рощице, они встретились и в первый раз поцеловались. Здесь по-настоящему и началась их любовь. Хочу сказать тебе кое-что. Не думай обо мне дурно. Не от хорошей жизни я заговорила с тобой. Я полюбила его еще до того, как вы узнали друг друга. Ведь мы были близки. Прости, тяжело мне говорить это, но что делать? Если ты любишь его, вернись к нему. А если не любишь, отдай его мне, не губи мою жизнь. Я больше не люблю его. Слышишь, не люблю. Так и скажи ему. Слушай, доченька, ну не вернешься ты к Пинтезовым, разве лучше будет? Ну, виданное ли дело молодой женщине да при живом муже одной век вековать? Ну, вернись, а там что Бог даст? Ударит тебя муж, стерпи, обидит свекровь, смолчи. Такова, Нонка, женская доля. Дай подумать, мама. Да что тут думать? Иди, иди, пока люди судачить не начали. Коли страшно, я с тобой пойду. Нет, я сама. Только идти. Как меня встретят? Опять Петр волком глянет, а свекровь губы подожмет. Замело мне туда дорогу. Навсегда замело. Иди же, детка. Нет, не пойду. В уме ли ты? В уме! В уме! Нет.
пойду. К любимой работе вернусь. Все здесь так мило и дорого моему сердцу. Вот старые вязы и гнездо аистов, речушка. Здравствуй, милая. Ты все журчишь, журчишь. Как давно я здесь не была. Кто это там идет? Неужели Петр? Дамян! Это ты! Здравствуй, Дамян! Здравствуй, Нон! Здравствуй! Как твои дела? В семье. Все думаю, Дамян, милый. Все думаю. Может, у вас и наладится. Не знаю. Сердцем мы давно врозь. Знаешь, Дамян, мне часто кажется, выросла между мной и Петром какая-то невидимая преграда. И не сломать ее. Характер у него трудный. Он вот и знать ничего не хочет, кроме своей персоны. Только о себе и думает. А в тебе человека не видит. Нельзя так. Хороший ты человек, Дамян. Знаю, в трудную минуту ты да дедушка Ламби всегда мне поможете. Знаешь, Нон, я ведь теперь фермой занялся, бросил свое бригадирство. Не могу всюду поспевать. Да и за Маринча сынишкой присмотр нужен. Беру мальчонку с собой, все-таки целый день на глазах. О, вот мы и пришли. Дедушка! Дедушка Ламби! А я, можно сказать, дивлюсь, что за красавица идет с Дамяном. Потом смотрю, да ведь это наша Нонка. Ты разрази меня громом, если не она. Вот пришла повидаться с тобой, дедушка, по старой памяти. Добро пожаловать, Нона. Ой, как ты похудел, дедушка. И халат грязный, не то что раньше. А, с бобыля какой спрос. Присмотреть за мной некому. Ну, а как дела на ферме? Идут дела. Идут, не жалуемся. Надо бы, Нона, чтобы ты осенью к нам пришла, подсобила. А я уже тут, дедушка. Пришла. Да ну, а ты меня часом не обманываешь? Не обманываю, дедушка. Насовсем пришла. С тех пор, как Нонка вернулась к нам на ферму, будто сама жизнь возвратилась туда. Поля вокруг буйно зазеленели, вязы до самого неба протянули раскидистые свои ветви, речушка разлилась и бежала бурная и беспокойная. Молодые саженцы во дворе принялись и зацвели, да и я, старый гриб, тоже словно помолодел. А однажды на ферму пришел сам Пинтес, не узнать старика. Да чего ж сгорбился, осунулся. Здорово, Ламби. Доброго здоровья, дружище. Ты к нам? А, да, к вам. Хочу сноху повидать. Здесь она? А где же ей еще быть? Нона. Нона, иди сюда.
Здравствуй, отец. Вот, пришел проведать. Значит, дай, думаю, чей мальчуган-то такой? Домян. Иди, Маринчик, иди поиграй. Тетя Нона, а я с тобой хочу играть. Славный паренек. На-ка, вот, возьми. На, возьми. Вот видишь, какой красивый ножичек тебе дедушка дарит. Иди, иди, играй. Я стрелу себе вырежу для лука. Пришел, дочка, поговорить с тобой. Пришел просить тебя, Нона, чтобы ты вернулась. Так дальше нельзя. Ну, не жизнь это. Ну, не плачь, дочка. Не плачь, детка. Слезами горю не поможешь. Ах, если бы за этим дело стало, я бы больше всех плакал. Так дальше нельзя. Ну, ты вернешься, все уладится. Не могу я. Не могу вернуться, отец. Ах, горе, горе. Да ты думаешь, мне легко? Сколько ночей я не спала. Сколько слез выплакала. Ведь я любила Петра. Очень любила. Ну, вернись, дочка, вернись, милая, вернись. Да что это за жизнь будет, если я вернусь? Измучилась я, отец. Молод еще Петр. Ну, где ему знать, что после грозы снова солнышко выглянет? Тоскует он по тебе. Сам не свой ходит. Тетя Нона, смотри, какая стрела получилась. Хорошая. Тетя Нона, можно я с тобой сегодня ночевать останусь? Можно, Маринч. Можно. Со мной останешься. Охота тебе, Нона, такую обузу брать. Здравствуйте, дядя Пинтес. Здорово, Домян. Ведь Маринча тебе всю ночь спать не даст. Ничего, ничего. Сегодня я тебе его не отдам. Ну, воля твоя. Ну, я пошел. Прощайте, люди добрые. До свидания, дядя Пинтес. До свидания, дружище. Прощай, отец. Тяжело старику. Побывали бы вы у нас в Добрудже в пору жатвы. Встали бы рано поутру и вышли в поле. Налитые колосья выпрямляются, призывая людей к мирному благодатному труду. Нонка вышла в поле еще до свету. Шла молча. Следы ее отпечатывались на мягком бархате дороги. Секретарь партии быстро связал первый сноп и поднял его высоко над головой. Поздравляю вас с первым снопом, товарищи! Все мы выходим в поле утром рано.
птицы. Солнечно наша доля, загорели до черна у нас лица. Краше цветит обруча, пусть до солнца вырастет гора хлеба. Пусть воронье не кружит в нашем чистом, в нашем голубом небе. Ну и работали же люди. Тяжелые, будто золотые снопы, летали в воздухе, как пушинки. Наконец, прохладная летняя ночь приняла в свои объятия широкое поле, истомленное трудом и зноем дня. Оно уснуло, убаюканное мерным стрекотанием сверчков. Крупные звезды спустились ниже. Эх вы, ночи! Темные ночи добруджи! И каждую ночь Петру виделась во сне Нонка, то близкая, родная, то чужая и далекая. Горе иссушило его сердце. Все больше тосковал он по Нонке. Переломилась гордость Петра. Перегорел огонь его ревности. Со странным спокойствием, которое наступает только после опустошительной бури, он заглянул в свою душу и увидел, что там осталась одна только любовь, пусть опаленная горькими сомнениями и мукой, но неувидаемая и сильная. Снова стал он бродить вокруг фермы, останавливался поодаль где-нибудь в поле, либо под старыми вязами, и подстерегал Нонку. Нона, я пришел за тобой, Нонна. Нет. Идем домой. Не могу я вернуться. Не могу. Еще многому тебя научит. Поймешь ты, парень, в чем ошибся, найдешь свое место и долю. А ты, Нонка, не смею даже пожелать тебе счастья. Думается мне, ты его выстрадала. В добрый час, дочка моя названная, в добрый час, Нонка,